Внимание! Я хочу сделать заявление. Мы здесь, чтобы задать вам жару. У нас были песни, у нас был свой взгляд, у нас был огонь. Как долго группа существует как Металлика? С тех пор, как мы начали. Думаю, мы еще потусуемся немного. Мы всегда были по-настоящему отчаянными. Мы всегда заявляли о себе. Пытали людей Металликой в течение 3 часов. Мы делаем то, что мы хотим. Пусть они думают, что мы продались, нам пофиг. Вы знаете Клиффа Бёртона? Он ушел очень молодым. Я будто потерял своего старшего брата. Нужно было продолжать жить как-то дальше. Мы решили воплотить дух Клиффа Бёртона в музыке Металлики. Он не хотел бы, чтобы группа Металлика прекратила свое существование. Мы всегда хотели отжигать по полной. Мы всегда скверно обходились с Джейсоном, я действительно сожалею об этом. Он, мать вашу, уже ушел из группы. Металлика судится с Напстером. Металлика выдвигает обвинение против Напстера за предоставление возможности бесплатного скачивания музыки. Я готов к худшему. Я тебе сказал, что у меня настроение очень дерьмово, и чего ты добиваешься? Я ни хрена не добиваюсь. Сейчас наши дружеские отношения в группе стали куда прочнее. То, через чего мы прошли за последние 2 года, сильно повлияло на нас. Я думаю, что мы еще достаточно прочно стоим на ногах. У каждой группы есть мечты, к примеру, попасть в зал славы рок-н-ролла. И это кажется нереальным. На это ушла вся наша жизнь. Я чувствую, что сейчас между нами четырьмя образовалась словно родственная связь. Мы все еще здесь, и мы все еще задаем жару. Надеюсь, скоро увидимся. Большое спасибо. С вами была группа Металлика. Вашему вниманию мы хотим вам предложить заказать в нашем интернет-магазине товары с логотипами и символикой группы Металлика. В нашем интернет-магазине вы можете заказать футболки, толстовки, худи с мерчем и другие товары от группы Металлика. Купить футболки Металлика в Москве недорого с доставкой по Москве и России вы можете внизу по ссылке под видео в описании.